A section of the Crimean Bridge, damaged in July in an alleged attack by Ukraine, was reopened to traffic on September 14. The Crimean Bridge, linking the Russian mainland with the Crimean Peninsula, which Russia annexed from Ukraine in 2014, has been a target of increased air and sea drone attacks in recent months. The explosion on July 17 this year dislodged a portion of the road, killing a Russian couple and wounding their 14-year-old daughter. Moscow said it was a Ukrainian attack that knocked out the road part of the bridge linking Russia to the Crimean Peninsula, which Moscow annexed from Ukraine in 2014. CNN later posted a video reportedly provided by the Ukrainian armed forces that appears to show the moment of the attack. Я вообще никогда ничего не боюсь. И, ну, что будет, то будет. Но я думаю, что на этот раз будет все хорошо. Уже наше как бы правительство, службы не дадут, ну, больше не позволят этого сделать. Периодически бывает на ту сторону мотаюсь. Ну, в принципе, может раз в месяц максимум так вот. Ну, сейчас время неспокойное, поэтому как бы, конечно, есть волнение. Ну, так, в принципе, езжу нормально. И мои родственники, и я очень часто пользуемся возможностью передвигаться по Крымскому мосту как на машине, на своей, на личной, так и на общественном транспорте. И, конечно, это уже жизненная необходимость. Мне кажется, нет, мы без опаски передвигаемся, не переживаем, потому что надеемся на наши правоохранительные органы. Но киевский режим, надо казнить за это дело.